Я не собиралась, я говорю, пиариться, и мне такая слава не нужна, и была бы возможность, я бы ни за что это не пережила, лучше жила с руками и не имела эту известность. Маргаританың қолларыны ері болта білен чопып ташлаген. У енді Россияда ойлави зораванлық үчін джазо күчайшін істайды. Когда была угроза с ножом, я ходила к участковому, подала заявление. Участковый перезвонил через 20 дней. За 20 дней меня можно было раз 20 точно убить. Он мне сказал, это же Россия, у нас так долго все. Россия қонунларға көрі, ілк бор зорлық қылген адам жидді зарар еткізмесе, қамала вермайды. Для меня, я говорю, ну, мнение, что никакой поступок не имеет права покалечить человека, убить его. Кто-то так не считает. Я говорю, есть кто, да, пишет, что сама виновата, вот она гуляла, она ходила. Такое тоже есть. Маргаританың бошига тушган фожия эсе матбуот диққатини тортди. У ўз ҳаёти ҳақида ҳатто китоб ҳам ёзди. Эри 14 йилга қамалди. Самое страшное, чтобы был такой срок, 14 лет вот ему дали, нужно было пройти через телевидение, через СМИ. Если бы не резонанс, то этого срока не было, да, и он бы через 3-5 лет вышел. Это страшно, и страшно, что на вопрос, что делать, я не говорю, надо идти в полицию, и там вам помогут. Потому что там, скорее всего, вам не помогут, по крайней мере, в данный период времени. Проблема домашнего насилия у русских, российских женщин в головах, прежде всего. Потому что очень распространена и она устойчива модель «бьет, значит, любит». Оксана Пушкина, парламент депутаты. У маиши зуравальни кёйт янги конун учун курашмокта. Женщины терпят насилие, а для них статус замужней женщины очень важен. Это было в моей семье, это было в семье моей там бабушки. Я уж очень надеюсь, что в этот раз мы пройдем. И мы не сломаемся.